торговый центр на Горького парламентарии отправляются со списком продуктов, но не за покупками. Смотрят цены на социально значимые товары. Проверяют то, что в приоритете у бобруйчан – молочку, крупы и овощи. Всего 15 позиций. Ажиотажа в магазине нет. Раз в неделю здесь проводят акции выходного дня. Наблюдается хорошая тенденция, что ряд товаров, входящих в ассортиментный перечень социально значимых товаров, например, это свекла, морковь и лук, здесь они дешевле даже на порядок, чем допустимая цена, установленная постановлением. А это уже аптека на Интернациональной. Мониторинг касается и медикаментов. В сети фармация цены должны быть заморожены на 46 лекарств. В наличии все позиции, нарушений нет. Широкий ассортимент и других препаратов. По многим позициям не поднимались цены относительно и прошлого месяца. Там, где по отдельным цена увеличилась, она согласно требованию постановления не более чем 1,2%. В целом ситуация стабильная. Сети ведут себя добросовестно и применяют торговые надбавки в рамках закона. Необходимости запасаться препаратами нет, склады переполнены. Это касается как белорусских, так и импортных лекарств. Азитромицин Фармленд – медикамент белорусско-голландского предприятия. Стоимость 19 рублей 10 копеек. Производитель держит цену уже несколько лет. Препарат входит в протокол лечения COVID-19. Если в результате мониторингов нарушения все же выявляются, информация об этом передается в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Там уже решается вопрос о мерах реагирования. Главное – не допустить необоснованного роста цен. Карина Гуревич, Максим Галионко, Бобруйск, 360.